Здорово, народ! С вами MixDen. Сначала небольшая реклама. Куб Games – наш основной игровой канал на Ютубе. 21 век Фокс – наш основной общий развлекательный канал на Ютубе. И Куб Games – наш основной игровой канал в Рутубе. Заходим, смотрим, подписываемся, пишем свои комментарии, ставим лайки. Всех жду. Теперь перейдем к делу. Давайте вспомним, на чем закончилась наша предыдущая серия. Поскольку новая является прямым ее продолжением. Итак, мы познакомились с двумя опытными сталкерами, которые пошли на поиски хрен знает чего, а нашли самые настоящие артефакты в виде какашек мутантов. Теперь настало время увидеть новые приключения знакомых героев Гриши и Степы. Сталкер. Третья серия. Путь в Чернобыль. Тон-тон-тон-тон. Здравствуйте. Мы бежали от мутантов. Они сорвали с Гриши куртку. Мутантам стало холодно в Чернобыле. Ну и... Они сорвали с Гриши куртку. У нас патронов на нуле. Гриша, наверное, потерял пистолет. Ну или мутанты отняли вместе с курткой. Где твой пистолет? Твою мать. А мы нашли мой пистолет. Точнее, не нашли. Он у меня еще остался. Ну да, сценарий немножко хромает. Кстати, тут какой-то домик. Написано вход. Не знаю. Там внутри пистолет. Левали. Но дверь заперта. Похоже, это убежище мутантов. Именно там они обычно прячутся от назойливых школы киноделов. Да. Её. Идем. Так, где же мы сейчас? Стоп! Вы слышите? Выброс! Бежим! Бежим! Уходим! Смотри, там какие-то плиты. Я потерял свой пистолет из-за выброса. Надеюсь, мы его найдем. Какие-то руины. Наверное, здесь раньше кто-то жил. Или была какая-то база сталкеров. В общем, дальше главные герои находят Грише новую куртку. Отлично. Со старыми дырками. Хотя бы ты. Находят себе крутые пушки. Я нашел ящик с патронами! Видимо, мутанты заначку оставили. Пистолеты! Два пистолета! Вот это удача! Ржавый обрез. Ну а дальше самое интересное. Ладно, идем к Сидору. Мне тут один человек рассказывал, что тут он неподалеку. А в свободное от торговли время Сидор неподалеку курочек разводит в Чернобыле. Стоп, там сталкеры! Это же Сидор! Здравствуй, сталкер. Здорово. Здорово, Сидор! Вот он, Сидор. Кабан принес? Принес. Вот тебе артефакт, сколько он стоит? Вот тебе какашка мутанта. Сколько стоит? Бесценно. 30 000. Так, давай мне на 10 000 какие-нибудь две хорошие пушки. Ящик патронов. Ящик патронов, конечно, у них крутой. И тушенку и водяру. Все. Я 12 000 стал. Ну я тебе артефакт отдал, тебе будет достаточно. Ну тут у героев возникают небольшие математические проблемы. Возможно, в школе еще не преподавали сложение и вычитание. Так, мы это все забираем. Держи. Так, патроны мы забираем. Тушенку и водяру. Ладно, уходим. Прощайте, сталкеры. Конец третьей серии. Сталкер. Четвертая серия.
Так, здравствуйте, сталкеры. С вами сталкер Сёпа и сталкер Гриша. И мы идем. И мы идем в школу изучать математику. Твою мать. Между делом сталкер Гриша рекламирует свою любимую политическую партию. Что мы, интересно, сейчас будем делать? Непонятно. Судя по вашим маскам, вы сейчас пойдете грабить сельский магазин ради тушенки и водяры. Тут у ребят начинает происходить какая-то дичь, из-за которой у них возникает амнезия. Что это такое? Выброс, Гриша! Нет! Ну что, сталкер, просыпайся. Ты кто такой? Я Малява. Тебе не обязательно знать откуда. Слушай, я тебя спас и в благородство играть не буду. Ты мне должен будешь выполнить пару квестов, и я тебя отпущу. И дам еще и отдам твои вещи. Понял? Держи пистолет. Ты мне должен принести кое-какой артефакт. Еще одну какашку мутанта. Понял? Да. Тем временем у Степы. Ждали эпика. Вот вам эпик. Твою мать, куда я забрю? А тем временем у Гриши. Все, тем временем оператор подсказывает нашему герою, что дальше делать. Оператор заодно и озвучивает выстрелы. Он сказал, что он где-то тут. Вот он. Что? Что? Опять! Воспоминания о Степе. А давайте поможем ребятам и добавим звуковые эффекты. Этот урод, которого я скоро кину. Я здесь. Вот это поворот! Я добыл артефакт. Да? На этом трагическом моменте у нас заканчивается 5-я серия. И спойлер. Больше Гришу мы не увидим. Сталкер! 5-я серия! Путь в Чернобыль! Мы видим, как наш второй главный герой Степа очнулся после обеденного тихого часа в детском саду. Встал с кровати и увидел, как другие обитатели детсада не спят. Между ними завязывается конфликт. Что? Отстань! Говори! Еще один! Где? Надо бежать! И тут, очевидно, наш главный герой проснулся.
Ну или память на его кнопочном Nokia закончилась. И это все. Да-да, это именно все. О судьбе Гриши, в которого выстрелил тайный наемник, мы так и не узнали ничего. Ну и сам Степа просто споткнулся об артефактную какашку мутанта и упал в траву. Мы так и не увидели долгожданное воссоединение двух главных героев. А жаль. А на сегодня у меня все. С вами был MixDan. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока!